Всем привет, ребята, меня зовут Дина, и вы на канале Дина Блин Гейм. И сегодня у нас новая карта в гусях. Карнавал! Со множеством всяких интересных новых заданий и с возможностью получать ускорение и всякие прикольные примочки в местном казино. Ютуб ничего не сделает за то, что я произношу слово казино. Не знаю. В общем, это на карте будет, если что, просто на карте. Так, перед началом советую подписаться на телеграм-канал Дина Блин. Ну и если вы хотите смотреть в прямом эфире, то приходите к нам на Twitch. Ссылка в описании. Так, все готово. Жмите готов. Джонни. Ага. Все, погнали. Все. О, знаменитость. Блин, я надеялась, новая роль будет. Дашуль, ты размьючена? А. Так. Ага, мы с Сашей. А где вы говорили, здесь можно покрутить рулетку? Вот тут, наверное, да? О, ну-ка. А у меня ноль билетов, я не могу крутить, блин. Опять рейд, Рома. А где билеты тут найти, чтобы покрутить? Походу, нету, да. Тикеты? Ну, да, чё все такие тихие? Ноль. Такие билетики. Вижу. О, казино да, здесь играет. Ой, братишка, как старые добрые. 2021. Короче, надо выполнять задания, за них дают билетики. Пойдемте работать. Ой, смотрите, тут Дмитрий Ликс рисует. Валь. Так. Ясно. Да. Пиранес, давай найдем плохого. Какая огромная утка. Дина, иди сюда, мы тебе кое-что покажем. Так, что смотри, такое? Смотри, Дмитрий Ликс. А, я уже похоже увидела, кстати. И тоже про него пошли, что Дмитрий Ликс. Что там? Жесть, что за задание? А как это выпол... там... Алло. А, алло. Там рука какая-то в коробке. Ой, реально я рука. Я слышу флаг за кей, но я... А, вот он, нашла. Что ты смотришь? Просто. Yes. Вообще мы шли с водкой, потом мы разошлись, а возвращаясь, а тут труп лежит. Не знаю, куда водка ушел, но ситуация довольно-таки подозрительная, честно вам скажу. А где труп? Просто... Было странно, а тебя не уйти, я не знаю, ты сказал, что ты трейдер и что у тебя инвиз. А ты, и ты уходишь инвиз, я съебался. А такой технический вопрос. А когда, ну, все мертвые игроки, они в конце списка же должны быть, правильно? Или что нет? Сделать? В конце списка должны быть игроки мертвые быть. Да, да. Ну так видишь, как Лори у меня перед Юзей, и у тебя репорт, как будто у тебя саморепорт сработал. Нет, нет, ну в смысле, я при вас репорт, но я не знаю, кто там три человека. Может, вылетел? Да. Я подошел к тебе. Рандомно, скорее всего, не расположен. Я тоже думаю, что рандомно. Как погромче сделать? Да, надо, Варюш, тихо. Надо запомнить эту ситуацию. Ну кто-то перед трупом стоял точно. Кто-то заорал, типа, о, ну, ты труп. И втроем отбежали. Я Дина и Даша, Юечка, мы... Да, мы втроем ну, были. Ну, вот, мы с Варюшей бегала постоянно, и с Веронестом. А кто, получается, у нас остается? Джорди, водка. Юзя? Ну, я Веронеста в начале игры видела в районе центра карты. Я добросовестный тут. Добропорядочный такой гражданин. Ох, смотрите, с каким персонажем. Меня лучше очень странный он. Тебя, Валюш, нормально. Я тебе дам сейчас странный. У меня нормально. Кого сожгли? Чат, кого тише, кого громче? Магу. Так, Валюшу погромче, да? Дина. Да. Флэг. Флэг за кем? А, вот кто-то видел? Иди сюда. Чё? Дина, флэг за кем, мне срочно нужно. Так, что такое? Пизди. Давай убьем ее. Потому что я. Вы че? Ой. Тут мага ходит. Тебя послушай. Возьми задание прикольно. Так. А где труп? Такое в смысле нет трупа. Ну сейчас дело хочешь прям тут. Ой, я пойду крутану рулетку, ребят. А я убийца. А подожди, устраивать резню. Не убивайте, я иду крутить рулетку. Водку, короче, убили по. Чего, каких-то кроликов нужно ловить? Что? Дина, ты хорошая? Да, я хорошая. А где кролики? Каких-то кроликов нужно ловить. Каких-то... Каких кроликов? Написано, поймайте кроликов. Надо, о боже, я подумала, меня сбило. Ты хороший или плохой? Я плохой. Саня плохой! Я...
оправдание, Саня убила водку на глазах. Водка упала, Валя, и убежала. Валя, я тебе так скажу, я убила и не умерла, Валя. Водка плохой. Короче, она шериф. А кто в Лакджике? Мага! Она что? Была... В Лакджике был с Диной. Да тебя никто не убивает. Он давно не был, сам я кроликов искала. Смотрите, я могильщик, я могильщик. А что это за звук постоянно? Пщу-щу. В Лакджике я умер, ребята. Ну, Саня, я так полагаю, она хорошая. Она убила плохого, потому что он говорил, что я плохой, и кричала. Я побежала от него, и он упал. Короче, смотрите, Саня шериф, но все равно навряд ли ассасин есть в игре. Начнем с этого. Я канадский. Я могильщик. Класс, учу Юичка канадский. Знаю. Юзя, а ты чего? Ну, я слышала, что Дина хотела кого-то убить в начале раунда. А я тут, слушайте, я бегал, смотрел, в покер там играл. У меня нормально вообще было. Попробуй какого Дину выкинем. Только попробуй. Но Дина говорит недавно, что не похож. Но Дина была с Фулджикеем, Фулджикей помер. Ой, мы давно не были вместе, я сейчас карты сравниваю. Так. О, опа. А ну? Опа. Давайте еще один. Ну ладно, я один из них был. Кто со мной ставил? Со мной, мне кажется, трейтеры ставили почему-то. Джорди громкая, да? Сейчас сделаю потише. Здорово, здорово. Я обычный гость. Вот так вот. Так, чем я занималась? Я карты складывала. Первые два мечи. Ага, теперь они новые. Меч, рыбка, мороженое, солнышко. Изи. Боже, как легко. Как легко. Изи. Вот. Нашла подружку. Я не могла найти. Ребята, я хочу еще билетик. Кроликов, вы сказали, нужно по всей карте искать. Фу, я мой туалет, боже. Мой туалет. Чтобы билетик получить. А у меня нет, кстати, этого задания. Опа. А, может, ты предатель? Так, а где у нас? А как билетик получать? За каждое задание ты получаешь билетик. Все, я пошла крутить в казино рулетку. У меня в каком-то танго есть. Рисуй, давай. Ты будешь играть во что-то? Да, я хочу поиграть. А тут только рулетка? У меня только рулетка подсвечена. Походу. Так, ну все, я кручу. Да, тут только рулетка. Молнию получила какую-то. А что это были за звуки такие желтые? Это типа монстр вылезет? Я не поняла. О, нифига. А ты видишь за мной след? Нифига ты носишься. Да. А, я ускоренная? Ты флэш просто. Прикол. Ух ты, как круто. Опа, опа, это кто? А что это, Как же круто. А сколько это будет длиться? Какой кайф. Лерончик, как дела? Почему ты не с нами? На следующую каточку заходи. Та-та-ра-та. Ну что? Какашки прям тут! Не понял. А где? Ого, какой огромный. О, интересно, он может съесть? Ну, он съел Юзю? Я не поняла. Чат, он съел Юзю? Значит, это убийца? А, господи, Ричард, я подумал, он тебя съел. Кто? Сори, я решила от голубя позвонить. Мы уже просто очень долго играем этот раунд, чтобы нас не зачихали. Но у нас вроде бы все живые. А, если рядом убить, прикольно. Я тоже, кстати, об этом подумал. Смотрите, у нас какой-то трейтер, либо нейтрал, ну какие-то терпи. Мы бегали вместе. Бегали вместе, поэтому... Может, он не мог убить, потому что один из нас, ну, из пяти был. Мы с Ричардом утерли. Я предлагаю. Я не знаю, я последние три минуты вообще один бегал. А где Дина? Подожди. Мы у тигра вместе. Она со мной. Да, она, мы в цирке смотрели там выступление. А наши два трейтера, да? Да, два трейтера. А вдруг они. Ну, еще нейтралки есть. Да боже, давайте просто делать задание. Я сделала задание, крутанула, и мне флеш-скорость выпала. Видели, как я носилась? Я видела. Ланита, вот что ты над батоном смеешься? Вообще?
Блин, это они здорово придумали, они мотивируют нас делать задания. Ребят, а вебка не слишком большая? Может, я здесь уберу... Может, я здесь уберу пока вот этот баннер? Так, где я? Чё, ребят, в цирк? А где мы? Выполняйте задания, там прикольные бонусы падают. Задания, да. Я в казино. О, сладкая вата. О, да. Прикольно, новые задания. Так. Okay. Нет, не а работает. Что, а что это такое? Это типа... О, надо кроликов ловить. Мне сказали, по всей карте кролики бегают, и их нужно ловить. Где? Yeah. Где-то они должны бегать. Стоп. Нет. Я нашла Джорди. Джорди валяется, смотрите, вот южный выставочный комплекс и вот эта звонилка. Слева, чуть ниже прохода, валяется труп. Ну, сейчас вот клянись. Тобой могу поклясться, собой, надо, ну не, реально. Не надо. Мы втроем на американских горках. И я могильщик. Кто был с друг другом весь раунд, подскажите? Я рядом с Диной бегала. Я в соло весь раунд пробегал. Я вот месяц я себя вижу. Только неизвестно, где Ючка, но Ючка, мне кажется, канадский. Она, ну, не было ощущения. Ну, Даша я... недалеко там бегала относительно, искала кроликов. Да, я только прибежала. Мне Дина сказала, что надо искать кроликов, да, и я пошла. Да. Мы с ней пересеклись. Не знаю, судя по всему, у нас либо один нейтрал убивающий, либо один трейтер, и все. Типа, потому что киллов очень мало за раунд. А может, два неловкоша на трейтере и нейтрале? Блин, а я могла случайно не включить больше трейтеров? А если я случайно не включила несколько трейтеров? Может такое быть, чат? Блин, Даш, а прикинь, если я почему-то случайно не включила много трейтеров, и там один человек сейчас ходит, потеет. Ой, тут что-то кидаться надо. Да, тут как-то нужно. Мне кажется, это может быть... Блин, опять эти кролики ублюдские! А мы ж ни одного, да, ни разу не... Кролик. Вот и пробежала, как он? А где он? Как яйцо попасть? Я тоже не могу. О, мне засчитали. У меня пропало зуба. А, две уток, две нейтральных. Так, а где кролики? А если мы не поймаем кроликов, кроликов, что будет? Это банан. Ой. Она, короче, она убилась сама, но я не понял, зачем она это сделала. Короче, я репортнул, она сказала репортни, когда я убью, я репортнул. Я вообще не понял, в чем прикол, потому что, скорее всего, саботажем мы бы проиграли игру, если бы еще не репортнули. Но я не понял, почему. Она так сказала. Она так сказала, я подтверждаю, бегала рядом и слышала это. Да, потому что мы кроликов не успевали найти. То есть за подачу вот я так понял, что если бы сейчас не репортнули, мы сейчас бы игру проиграли. Да. А кого-то еще убили, не? Нет, нет, она вот... Или убили кого-то, не знаю, а может Веронест убили, но она одновременно... Или его сейчас хлопнули? Ну, смотрите. Был кто-то тогда. А саботаж сохраняется или нет? Вдруг подожди. Мы сейчас проиграем, если кого-то не кикнем? Нет, не сохраняется. Нет, нет, не сохраняется, извините. А кто зеленый? А это я. У нас он молчит как-то странно. Подозрительно. Я бегаю, там кролики какие-то были. Он шоу с Диной смотрел, мог бы Дину убить, но не убил. Подожди, Мага, то есть она тебя хлопнула, да, и умерла? Нет, она меня не убила, она убила кого-то другого, я одновременно с ним умерла, потому что она была шерифом еще от начала. Тогда, может быть, ты мав? А, тогда вот. А чего нас? Что? Я репортнул труп от саботажа. Ну, я слышала их разговор, я подтверждаю. Подожди, ну об кого она убилась тогда? Почему этот человек не сказал? Слушайте, а кролики большие? Почему я еще ни одного не видела? А, я неправильно делаю или правильно? С новой картой столько вопросов. Сучьи кролики. Маленькие и белые. Мелкие кролики. Вот ты, я не знаю... Ах ты... Гениально, нет, конечно. Мага с самого начала дурака играет. Это просто изначально о, просто боже. Было понятно. Да, вот ну, эти... Да, почему я не настояла? Вот эти вот фразы.
А, бля, особенно думала. Мага, блядь, сам, сколько в Амонг игра, сколько в гусей, говорит репорт, блядь, а чё там? Да. Ну это сказать, скорее всего, useless мав. Он не репортил, хотя был саботаж. Ой, удачи Юичке. Как много заданий осталось? Я ни одного задания не сделал. Голос, мав, Додо. Да я просто с кроликом перепутал, ребят. У меня плохо микрофон слышно, да? Нормально, нормально. Ну, я думаю, что вы хотите, что вы А почему это не Валюша? Я понял, почему ты Потому не мав. Потому что я бежала, думала, Юечка за мной бежит убить меня хочет. И что, я вижу зеленое убегает. Ну, мы с одного направления шли, я так поняла. Ну, я Валюшу вначале одну видел вообще. Может, это она, а не Юзя. Мы все по одному бегали. Ну, а почему он тогда не репортил? Или он просто не играет? Ну, я трупа не видел. Я трупа не видел. А тут есть джестер? Юечка? Джестер бы давно уже, да, есть, но он бы давно спалил. Давай на характере, давай на характере. Еще один раунд можем подождать, еще один раунд у нас. Мага подозрительный, мне кажется, мага вообще вкидывал много, но я не знаю. А че Юзи молчит, ему пофиг? Не-не, я за кроликами гоняюсь, все нормально. Проиграли? А почему ты голосуешь Юзи, если подозреваешь меня? Жопка. Ну это Валюша. Ну потому что, сейчас узнаем. Я кроликов ловлю. О, боже. Так-то так, да. Я просто за кроликами бегаю. Да-да-да. У меня была сразу подозрение. Я еще спросила, если здесь джестер, а мне сказали, да, но он давно уже спалился. Мага. У меня сразу было подозрение, когда в голосовании все в скип проголосовали, и один юзер себя. Короче, спрашивает, водка, ты врать не будешь? Ты плохой? Я говорю, да, она меня убивает. Настоюсь, я уточнила. Мага вообще так дурака, сука, всю катку играет, блядь, как я это не расслышу, я с ним столько раз бегал, он меня мог убрать. Ну что, я нормально играл, я нормально играл. Бля, Мага, на моменте, когда ты бы сказал, а там саботаж, не остановлюсь, я тебя, сука, похоронил. Привет, где кролики, я ни одного не нашла. Мне сказали в чате искать по углам. А после первой катки что нужно сделать? Правильно, поставить лайк этому видео. Осуждаю. Я на призраке летала, он куда-то что тоже осуждаю? В угол убежал. Бретлер. Как будто тяжело поймать 5 штук. Привет, привет. Привет. Я почти здорово. Всех опукала в моменте. Что, погнали? Прикольная катка. Когда вы шоу смотрели с Диной, я иди. Я хочу быть мафом и убить около тигра, но, конечно же, я буду, сука, толстосумом. Это ага, Томпсон, с большой, как там было написано, с большими возможностями большая ответственность. Роль имба. Всем такую желаю. Ладно, осматриваем карту. Они могут не понять, что это я. Смотри, я такая стою. А? Где все? Ладно, надо делать дела. Так. Что сделать-то нужно? Шарик. Нужно ударить. А как ударить? Я не понимаю. Как ударить-то? Уборку в цирке, заготовку ваты. Я сделала или нет? Ты поняла, там нужно сначала качаться гантелью и потом бить. Да, я вот. А билетики на особых кольцах надо запихивать. Да. Она хлопает? А я репортнула. Я не знала, извините, я просто бежала в задание управлять. Нихуя там, Лера, сзади уже кто-то падает. Не, я сижу, ручки хлопаю, такая. Ебать, я там блокирую. А кто голос? Сейчас я жестко Юзи поймаю, о, Юзи говорю. Фокзекей, смотри, как ты думаешь, постоянно с Юзи кто был? Подожди, а когда был Лук сейчас разговаривает, я не понимаю. Юзи, слышишь, о, Юзи говорю, Фокзекей, как думаешь, кто был Юзи? Ну вот чисто предположить, ты должен. Что? Я не понимаю, что ты говоришь. Кто был Юзи, пароли?
Я не знаю. О, спалился, ребят, голосуйте, голосуйте, он спалился. А, кстати, да. Да подождите, я знаю, что знаменитость умерла, сколь вы будете оправдываться. Сори, Джонни, но это было слишком тупо, Джонни. Бля, вы канадского гуся нахуй выкинули, идите вы нахуй, ра. Разгайся, разгайся. Не, ну, вообще он говорил, что он канадский, но, блядь, как будто только сейчас спалился очень сильно. Вот я тебе сказал, подрезал. Блядь, я кролика поймал и подмигнул тебе, дода, блядь, ну, водка ты еблан! Я сейчас сказал, ребят, это еще... никто не скипал, походу мирный. Да, да, сделала потише. Сука, я замьючена была. Ребят, по-моему, мирный был, потому что скип только один был. Да, мага. Он не хотел просто обнародовать то, что умерла знаменитость. О, боже, мы убили мирного. Блин, ты как будто фейковые эмоции только что выдала. Потому что психология движения и голоса. Я какашки убираю! Я тоже. Еще кого-то, кстати, ребят, по-моему, убили при мне. Валя. Нет, Валя. А где Валя? Это что? Миш, ты что делаешь, а? Это что было? Это не я. В смысле, Миш, ты ее только что убил. Дин, это он был? Ты видел, что там еще мага? Убежал, мага и Даша убежали. Не-не-не, это кто-то из тех, кто убежал. Я этот сталкер, я тебя отслежу. Можешь куда-то побежать, а я с тобой прибегу. Дин, у меня на тебе стрелочка. Давайте зарепортим. Друзья, либо, получается, либо мага, либо Даша убили. Стоп. Даша мертва. Мага, убийца! Даша, нет, какой... это мага. Какой ну маг? Подождите, Аксёрочка! Смотрите, мы стоим в толпе. Я, Дина, мага, Даша и Веронест. И кто-то убивает. Кто стоит? Я сейчас это убиваю либо шарик. Это либо мага и Даша, и потом они убегают вместе, да. И Даша мертвая. Да, у тигра. В прошлом раунде мага к нам подбежала, и такое что-то было после килата. Я медиум, поэтому сказал, да, что кого-то мирный. Убили. Я медиум. Да, то есть ты только что не стоял, и с Дашей не убегал. Нет, не стоял, Слева надувал шарик. Спасибо, базибам. Стоп. Я одевалась в клоуна. Симонес, а ты не могла это сделать? Дин, я стояла слева. Вот мне кажется, это Симонет, если честно. Не-не, ты с ума сошел, мага? Я слева стояла. Веронес так оправдал, что... Дин, я не была вообще в толпе. Я подошла... Да подожди, водка. Ты слева как будто была, да? Я не стояла вообще в толпе. Я к вам подошла, когда уже кто-то порезал. Умоляю, одумайте. Берите просто, одумайте, медиум. Так, может, она невидимка? Блин, может, это Эспер убил? Какая невидимка? Я стояла просто слева. А у нас есть профессионал же, если в прошлом раунде Лерон... Нет, труп был видимый. Нет, убил кто-то из них, там кто-то порезал. А что значит профессионал? Это когда невидимый. Я помню, это я тебя... Блин, подожди, если мага невиновен, Веронест невиновен, ну, точнее, я убила. Чат, не подсказывайте только. Сука. А, так это ж легко. Ну, либо все-таки Лерон могла. А где фиксить лайты? Ага, сюда. Иду фиксить лайты. Право. Так, я фикшу лайты. Прямо, лево, ать. А. Давай, Дин. Я пришла. Ну, загорелся труп. Лера секунду назад разговаривала. Лера только что разговаривала, она только что жива была. Да, она, да, мы, да. Мы втроем стояли там, вчетвером. Прям мага, под вами, я встал на ее труп, прям под вами она свалилась. Ну вот прям под вами. Я просто не видел это свет, я бы на труп не бежал. Типа... Так неловко, я бежала за стрелочкой чинить, я говорю, я пришла, и там труп падает. Я даже добежать не успела. Потому что все-таки Дина. А, теперь это Дина, ну... да? Знаете... Честно, мне кажется, Дина закричала! Дина как-то очень убедительно закричала, когда Лерон умерла. Типа, ну, как будто Дина, когда мы там стояли в цирке, как будто это не Дина зарезала. Да это, конечно, не Дина. А чё Дина? Когда меня зарезали, там была я, Дина, мага и Веронест. Только я туда давно убежал и был слева на шарике у Какой? Чего давно? Нет! Там порезали ты и Даша, вы были, и кто убежал? Дина. Да-да-да.
Давай поиграем в ножнички. Ты убегаешь, я догоняю. Я линчеватель. Кстати, Ареля, водка молчит. А зачем мне в это играть? Я все еще мага. Зачем мне в это играть, если я не знаю? Я толстосум, если что. Я тебя спас в предыдущем раунде. Я просто не поняла, почему Джордж начал меня говорить. Ладно, ну ладно, ладно. Странно. Я просто предположила. Я не в тебя голосовал. Я стояла, чинила электричество, остальные подошли к нам. У нас Дина, мага по-прошлому. Пожалуйста, помните это. Он еще такой сказал. Так может Эспер еще быть? А кто у нас магу оправдывал? Лера оправдывала? Пойду я туда, они еще на меня гонят. Ой. Алло. Алло. Этот ебаный свет. А вот на стрелочку наверх. Не пойду, я к ним буду яйцами лучше кидаться, правильно? Вот так вот. Тильт. Палю. Что за мини? Она реально пришла меня убить? Убил. А у меня были билеты на прокрутку. А так она реально даже не мав? Отец, не, она убила. Джорди тут. Я хорошая. Валюша мирная. Симонеста убила, но Симонес же сбоку стояла. Ребят, смотрите, знаете, о чем я подумал? То, что, вот смотрите, Симонес... Не, подожди, подожди. Подожди, Валя, объясни. А я ей говорила, убегаешь, я догоняю. А зачем? Ты просто подозревала ее или? А, Ючка была вторым доду. Ну окей, что, мага? Вот смотрите, кстати, очень Лори хороший аргумент говорит. Я Фокжаке на знаменитости подловил. То есть я у вас не могу быть трейдером, я первый про это сказал. И факт, то, что я видел, все сходится. И вот следующее, что я хотел сказать. Дина начала голосовать меня, и всего 3 голоса за меня залетело. То есть меня не докинули, понимаете? То есть, подожди, мага, а это странно. То есть ты хочешь сказать, что тебя там не было? Просто там был не ты, было, не было, и не вы было. С Юечкой типа убежали. О, это я давно убежал, просто я там был изначально, но давно убежал. Да-да-да. Ну нет, там именно ты убежал от трупа. Юечку? Блин, там реально была Джорди, я вообще не видела. Там был типа ты, но ты там убили, и ты убежал от трупа, скажем так. Ну я не видел трупа, честно. Не, я маги верю, маг писал. Веронес, там же мага был, у меня не шиза. Да-да-да. Ну, это странно очень. А почему никто из нас не запомнил Джорди? Ни я, ни Веронес, но Симонес ей выгодно не говорить. Ну, ты трейдер, откуда но... у меня, кстати, столько билетиков? У меня 7 билетов. Я тебя спас, ублюдок. Не, ноль. Ну что ты меня спас? Не дай бог ты будешь мне... Слышь, козел, если, блядь, ты меня еще раз бросишь, я тебя буду... Подожди, посмотри на меня, на Симу похож? Хотите? Ну так. Зачем ты Валюша меня убила? У меня ноль. Я тоже задание делаю. Я сейчас скажу, когда кого-то убьют, у нас нет ассасина, меня до сих пор не угадали, либо там трейдер какой-то рафлонный баллы, помню. А что билеты делают? Он такой водки говорит, либо там трейдер рафлон ебала. Там был мага в цирке и Юечка. Они убежали, когда убили Юечку. Секунду, ну, Симонет, ну каким образом я мог намекнуть на знаменитость? Не-не, я понимаю, но смотри, когда ты убегаешь с Юечкой из цирка, Юечка умирает. Если бы ты был морфом, то тогда Юечка не смогла бы умереть, а убилась бы Юечка. Саботаж делают. Мы просто будем в толпе бегать? Ну нам надо найти, либо, не знаю, мав должен килять ХЗ. Ребят, рядом Валюша, слышите? Мне кажется, какие-то коварные планы. Да смотри, за тобой слежу просто. Ты можешь кого-то убить, я репортную, либо меня. Я уже убила. А ты линчеватель или больше нет возможности? Смотри, я жму на пробел, у меня не убиваешься. Бью на пробел, не убиваешься, слышишь? Рафлан, Валюша, так и не надо. Ничего, next time победим. Бля, я молодец, Валюш, молодец. Эффективный килл. Зачем вообще магу послушать? Я не понимаю. Конечно, мы ему Саню задание. Блядь, такая Саня, логика кинула. Просто. Ты мага? Кинул, Дина, нахуя я буду с нулевой говорить, что Юзя был знаменитостью? Нахуя, когда мы можем, блядь, подумать, поговорить и найти реальных... Я думал, что это была хорошая идея, честно. Ну, вы просто меня так все добили, что у меня все аргументы в голове как-то пересыпали. Охуеть! Не Симонет. А через секунду то, что я сказал, что он знаменитостью была, почему дальше все начали голосовать? Саш, хорош.
Ну, в смысле, это хороший звонка, да, мы больше не слушаем. Вообще не слушаем могу. Да его не надо было никогда слушать. Папа мага. Не, вы просто на меня очень много времени потратили, я не, ну, вообще не успел нормально подумать, потому что все меня давили. Дина меня давила, Симонет. Тебя никто не давил, сам не давил. Меня только на голосом Дине убили, и Дине было пофигу. Меня тоже. Мы, не, мы Дина все втроем вычисляли, кто это был, почему мы все втроем забыли, что это Джорди была. Как это вышло? Ну да, я просто пришла, спокойно в толпе убила и ушла, а вы такие, а кто это был, я думаю. Мага, нажми просто ради, чтобы я следующим гусем был и тебя зарезал. Да не, нормально все, фактически забудем вот эти старые обиды, нормально все. Может мне просто взять, выключить все неинтересные, такие как смотритель? Сладкая, а сладкоежка, привет. Что нужно с картиной делать, что там нарисовать нужно? Я не видела такое. У вас выполнялось здание с картиной? У меня не было с картиной. Я канадский. Можете бегать за мной, я буду делать задание. У меня просто показывает то, что на цели. Хочу покрутить казино. Был обнаружен Веронест. Он только что уже был. Предлагаю, по приколу, только просто, что сказал, что он канадский, и все. Так, вот это вот 5 скилл. Что за жизнь? Он сказал, что он канадский, если что. Да, что, давай не будем. Ну. Кто канадский? Ну, я. Да. А можно трейтер в меня тут поставить? F5. Какой тактический мув? Я могу. Симон, тебя поставлю, потому что ты меня обманул в прошлой игре. А потом пуфлики. Что за жизнь? Мага, если что, очень плохо фейкует. Не, я реально поставлю. Ну какой канадский вообще? А кто меня поставил и не скипнул, это что? Пока, прощайся. Ладно, я, видимо... Дина, ты меня простишь? Ты на меня сердишься? Эль. Дина. Коктейльчик, кто хочет? Я буду мстить, Валюша. Три клубочка. Один ананас, один банан. Перемешиваем. Дина. Да-да-да. Сюда. Сейчас чат нормально? Если что, говорите. Прошли лаги? Сейчас все в порядке? Сейчас норм, ага. Так. Сори, я пока тут разбиралась. Пропустила, что было? Я пропустила, против кого голосовали? Я просто вообще в игру сейчас не смотрела. Рот, ты мне пиши сразу, если начинает лагать. А, канадского убили, ой. Все, поняла. Блин, так, опять отмывать, я не понимаю, почему уборщиком в цирке работаю. Фигня. Опять все в какашках. Ребята, это Юзя накакал. Сделал вид, что не он. Да. А, пойдет? Ну, у меня качок. Почти. Неплохо. Все, идем в казик. Все в казино. Так, а почему здесь только рулетка доступна, остального нет? Ух. И чего? А что, и что? Мне выпала вагонетка, и что сделать с ней? Может, я могу прокатиться? Просто надо ждать, пока вскипит.
Только не убивай меня, мне вагонятка выпала, я могу прокатиться теперь. А, это... Не убивай, Ты пожалуйста. Стоп, а меня могут, может здесь сбить вагонеткой? Алло. Подозрительно, типа, долго раунд длился, не находил трупов. И мне кажется, трупы, возможно, невидимые. Либо их съели, либо третий вариант, то, что голубь еще, типа, мог заразить всех, понимаете? Я все сделаю ради команды. Может сбить, тогда я кого-нибудь туда заманю. Что, ФЖК убили? Молодцы, это правильно. Вот это правильно сделали. Подожди, а он только что... Подожди, так он же его видели? Вот... Вот где он? Мы же как раз и задавались этим вопросом. А это я его убил. Он был на камерах, если что. Всё правильно, вы правильно. Я вот просто... Я последний раз его видела в казино. Потом я выбила модификатор фаст и убежала показывать, ну, типа, Дине, и искала ее, она начала кричать мне. Не хочу магу вкидывать, но он сказал, блин, они все вместе бегают, я не могу их убить. Мага. Мага в конце за мной что-то бегал, но нажал на кнопку. Что но я говорил, рядом подожди, с Флэком был Дина. Стой. Что я сказал? Я у вагонетка. Выпала вагонетка в казино. Я не могу их убить. Охуенно. Короче, этот, есть что я такое не говорил, а надеюсь, что вы скипнули. Охуенно. Не, да, сказал, что ты забыла про наш уговор. Ой. Охуенно играете. Я реально забыла. Чтобы Джо... Понял, так и чего-то было. Мне пиздец весело. Неплохо. Жёстко. Блин, я на берега не ем канадского гуся. Ля, ну как ты? Я понял, что сделала. А я не знаю, просто подошла. Не, я подошла, потерла. Я не знаю, что это делать. Не благодари. А, ну ты если что-то сделала, значит у меня не было там задания. Значит, ты реально саботаж включал. Лер, ты такая актриса. Лер, я вот наблюдала, аплодировала. А что? Я Джорди заговорила, кричала. Казино, казино, побежала, крутит. Так нет. Я покрутила казино, Джонни остался, поплатился жизнью, что? Еще бы пару секунд, и Дина поплатилась бы жизнью со своей этим, вагонеткой со своей. Водка, если что, я прежде чем ты это услышал, ну раз 40 пробежал по карте, говорил это, то хоть кто-то услышал. Спасибо. Мага, пойдем. А где Дина? Я тут. А зачем нужно было голос? Дин, тебе повезло. А вы заметили всегда, когда в магу нужно сразу выгнать, мы его не угоняем, а когда не надо, мы его... Я надеюсь, что из-за того, что я... Блин, опять знаменитость. Надеюсь, из-за того, что я убрала дополнительные роли... Всем привет, я Человек-паук. Дина, пожалуйста, не убивай. Сейчас убью. Я Человек-паук. А у меня просто тут есть линчеватель? Дуем шары, да, есть линчеватель. Ну, кто-то из вас. Просто мы можем сыграться сейчас. Допустим. Не, без шуток, ты? Да. Убей водку, убей водку, убей водку. Мне. Блять. А что произошло? Ха-ха-ха. Что? А Веронест? Далеко убегал от меня? Чё так? А как игра так закончилась? Подожди, мы с тобой убили двух против этих? А как? Я знаю, шерифом была, я увидела, как Веронест режет, бегу за Веронестом, режу на шерифе Веронеста и всё. А я второй был. А тебя кто убил? Лера, ты как я убила? Блин, офигенно. А, Лер, дай 5. Мне мама говорит, убей водку. Водка такой, убей меня. Я думаю, ну ладно. А я задание выполняю, игра заканчивается. Вот я что ли пошел? Ну почти. Я охуел сейчас. Это самая быстрая катка в мире. Да, очень быстро. Я еще говорю, че ты за мной бежишь? И они просто... Невидимка, о-о-о. Все, идем к вагонеткам, ребята. У меня есть план. О, нет, идем к тиграм. К тигру идем, у меня есть план. Я не хочу с вами. Я этот, я мимик. Тебя. Джонни, иди сюда. Так, короче, просто стою у тигра и жму на кнопку. Сейчас будет, ребята.
Нет, так, ты не убирала лоббистом. Сначала сходила с флагжакеем, потом я увидела Джорди, потом поднимаюсь наверх, и там мага стоит над трупом. Лори только что сказал мне репортить. Одну секунду. Мага, ты сейчас скроликов же ловил? Стоп, подождите. Лори была заметочку, чтобы меня не загнобили. Водка убил. Можно секундочку? Вначале я говорю Даше информацию, кто я. А Даша говорит, а я знаменитость. Даша говорит? Да. Лори подошла к нам и сказала, я, типа, та роль, которая мне не подходит, но вам бы всем подошла. Даша, а ты, ну, типа, не видела ничего. Это Даша, что значит? Даш. Сколько это так? Что? Даша, это был обман. Нет, Мага, ты скажи, ты кроликов ловил? Кроликов нет, но я скажу так, что Лори, я сказал вначале сам, что это знаменитость. Водка, знаю, а ты? А, ну все, блядь, ну нахуй ты это вслух сказал. Все. Да, это видно было. Да никто не видно, Даша не понимаешься. Я же сказал маге свою роль, а он, типа, всем... Ну, короче, Даша сыграла. Он серийный убийца, если что, и убил Лори при мне, но я решил это сейчас просто скрыть. А может быть, Даша этот додо? Мы с водкой шли в казино, то есть водка, это могло стоить мне жизни. Я у тигра. Но каков шанс Джонни, что она это говорит, и знаменитость умирает? Ну, как бы. А никто не хочет, да, прислушаться ко мне? А для птицы додо же нету, да? Водка убийца. Есть. Еще я поставила 3 нейтралы и 3 мафа. Сколько? Это ошибка. А нас 12 человек. Чуть ниже и правее надо с тигром. Так, давайте я быстренько здесь выполню. Би-би-би-би. Все, и теперь я караулю чуть ниже правее. Сюда, да? Он может нас съесть? Он вообще не двигается, даже не кушает. Валь, отойдем? Мы отходим с Вали, я ее не убью, Валь, пошли, отойдем. Окей. Пойдем. Куда вы? О, Юсь, иди сюда. Ой-ой-ой, а. Это видео? Пропал! Почему он его не съел? В каком месте нужно? А, кажется, я сейчас съедила. Надо в круге! Сука, меня чел из чата! Я если чё, шериф, я водку убил. Да, водку убил этого. Я его подозревал. Джонни. У вас на глазах? Да ладно. Я шериф, я убил водку. Просто дело, что Вернас от него отбегает, это лишь... Да, не-не-нет, водка при мне просто убил Джонни, и они начали на меня давить, чтобы я никого, ну, типа, не репортила, я их испугалась, начала от них убегать, а мага орал, что он его этот, но я не знаю, почему мага мертв, но водку убил Веронеста. А мы не хотим как-то Дашу проверить, потому что, ну, она фейканула сразу же, ну, я не знаю, я бы выводила. Ну, а так давайте её голосование проверили. Не, какое голосование, может быть, Дашкой? Может быть. Я объяснила, почему я так сказала. Ну, блядь, Семен, я просто сказала, чтобы меня не сразу не убивали. Короче, Веронесса, тогда ты проверь Дашу. Два раунда меня убивали первые, вот и всё. Пускай Веронесса проверяет, да. Да, это безопасно. Можете меня проверять, если хотите. А чё шериф, он типа, может убить... Так я только убивать могу, Дашу, нет? И всё? Или не пройдёт, если она мирная? Если она маф, то всё окей. Если она дода, тоже всё окей, он выживет. А если она мирная? Тогда он умрёт. Погодите, меня маф поставил. В меня мама поставил. Так, ребята, идем снова к тигру. Мы должны разобраться в этом деле. Прости, Юзи, ты стал жертвой эксперимента. Да что будет? Опять какашки мыть. В круге, в смысле, вот на тряпке нужно? На тряпке, вот здесь? Прям на тряпке, да? Смотрите, какая ситуация. У меня просто под ногами умер Веронест. Но я заспавнилась с Веронестом, и к нам подбегали только Джорди и Валюша. 100% убил Эспер. Я тебя только что слышала и с Джорди внизу видела, около билетиков. Сейчас на меня подумаешь. Джорди бегала? Саш, и я увидела Джорди внизу. Да, сейчас подумаешь на меня. Увидел ее. Короче, просто подо мной упал Веронест, его Эспер убил, либо Джорди, либо Валюша. Я вообще ни с кем не сталкивалась в этом раунде. Я на заданиях была.
Ну, я видела вначале, потом я вышла, ну, квесты сделать, и вот увидела Лерона. Стоп, а с Юлечкой сейчас что случилось? Подождите, ну, да, в каком раунде знаменитость умерла? Не знаю. Саш, в каком? Это не важно уже про знаменитость, Юлечка умерла. В каком? В первом, Валюш, в самом первом, поэтому я сразу начала топить Юлечку. Просто к Веронесту, я говорю, я услышала, Саш, тебя, я услышала тебя, я начала кричать, Саш, Саш, начала спускаться вниз. И около билетиков увидела вправо уходящую Джорди. Но я перед репортом еще 3 секунды стояла, думала, что делать. Мне короче, кажется, я сейчас Валюшу и встречаемся у тигра. А почему тогда Валюша так про знаменитость топила? Мирная, если меня. Мне кажется, Джорди все-таки хз. Почему я-то? Что? Вот. Нормально, мы распределили. О, одни девочки остались, кстати. Все парни мертвы. В смысле, дела. Потому что я еще 3 секунды на трупе стояла, Джорди успела бы убежать. Так, ну все, встречаемся у тигра. Прямо под мясо. Так я здесь изначально и стояла. Чел из чата мне сказал встать ниже и правее. То есть он виноват. А вот тут... Так, все сюда идем. Алло, меня слышно? Сюда идем. Девчонки, все сюда. Блин, я кого-то убью хотя бы за эту игру? Алло, есть кто-нибудь? Иди сюда, короче, Саш. Блять. Какой вопросик? У нас... Ну нет, у нас не может быть 2 мафа, так что в теории мы могли вывести правильно. Но, Лер, смотри, я на трупе стояла еще 3 секунды. Я спрашиваю, где был труп? Ты просто так не важно, Эспер же убил. В уступках или около казино убил. Я не знаю, где это. Я говорю о том, что где я тебе показала, где я видела Джорди. И она подтверждает, что она Эспер. Типа, она стояла, пока убивала. Ну, она стояла, потом труп упал, она начала бежать. Ты же знаешь, кто такие Эсперы. Так я бегала все время, делала квест. А почему Джорди, почему не Дина? Почему, так, кстати, потому что с Дина? Валюшей и Джорди пересекались только... Ну, с Вернестом Валюша и Джорди пересекались. Надо на Эспере нажать на человека, и потом он бегает и умирает. Поэтому разноцвет между ними был. Поэтому я встретила Слутайм. Разноцвет в начале... Ну, Веронеста Дина точно не убивала. Я не видела Веронеста. Так, друзья... Я Валюшу не видела. Но друзья, я так Валюшу случай... правильно выгнали, блин, раз игра не закончилась? В смысле? В прямом так смысле. Так они могут быть 2 мафа, нет? Короче, я в пропуск. Так если 2 мафа, то игра бы закончилась 2-2, нет? Нет, ну в плане Валюши и Джорди. И мы вывели Валюшу, и игра продолжается, потому что есть еще Джорди. А, ну, кстати, вариант. Ну, типа, может быть. Все, встречаемся у тигра, почему никто если не пришел? Если что, я Канада, можно я всем скажу, я Канада, если что? Почему никто не хочет встретиться у тигра? Прикиньте, сейчас проиграем. Вот это будет кек. Сюда, во. Сюда. Да почему он не ест? Да почему этот тигр не ест? Это что за бред? Я не успела нажать на тебя пробел, блядь! Ах ты пеликанша! Ах ты пеликанша! Да, я тебя сейчас... Ать! Дина, вот это, знаешь, это самое логичное. Давайте все подойдем к тигру, чтобы активировали саботаж, и все сдохли, блядь. Ебать, ну это просто как не допустим. Стоп, а тигр через саботаж работает? А я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать тигр. Ну это логично, я бы сразу на это поймал бы тебя. Я думала, что... Тебя убили, а я съела магу. Я удивлена, что 2-2 не закончилось. А потому что она пеликан. А там пеликан и 2 мафа. Не надо, я тебя даже не могла видеть. Она далеко стояла, тебя на нее... Мага, у нас 4 импостера, если что, была мага, блядь, вместе с серийным убийцей. Гоняли, блядь, и выбирали, кого убить. Неправда. Хорошо, Дим, ты сказала, что у нас 3 мафа, потому что я же собиралась тебя убивать. Я думала, что... А я поэтому и сказала. Вот если бы на Дину указал, ты бы ее убил тогда? Конечно, вообще. Поехали. Изи, ребята. За восклицательный знак Додо мы изи победим. Скриньте. Сейчас будет быстрая победа. И с кого бы начать? Почему?
Еще несколько скажу, все, давай. Саша, давай, Гося, Гося. Куда, куда? Ну так. Не есть за нами, вдруг они там буквы. Дина и Даша. Ха-ха. Семя сомнения посеяно. Теперь Даша думает. Там голубь будет или кролик? Нет, там все-таки кролик. Обалдеть. Ой, молодец. Ребят, смотрите, я докажу, что я линчеватель, умерла знаменитость. Это первое. Во-вторых, я не знаю, зачем убила Юлечка. Вот кто она, я без понятия. Честно. Флэк, да, нет, да, нет. Да. Я не поняла, что за кролик, я думаю, это, что это за кролик. Это шифр был, который мага ну, только... Ну и теперь спугал. я только потом поняла, зря мага сразу сказал, я бы тебе сразу закричала сейчас за спальню. Ладно. А если что, чтобы скорее всего, мага не линчеватель, он какой-то хуёвый, вот. А как он про знаменитость сказал? Да. Что? А, кстати, да. Ты как её взяла? Я... У меня тоже способность... А, она опять дула, мне кажется. Это мститель. У меня такая же была, я тоже мирного убил. Халк, Тор, кто? Да я хуй знает, чувствуешь, определиться. Танос, может, Да. Флэк, нет, Танос про меня не говорит. Ты если что, конца игры запомните, что он видит. Ты у меня полукарандаш. Да хорошо, хорошо, я тебе потом какую-нибудь информацию полезную дам. Даша подозрительная есть. Флэк Джекей импостер. Ах ты, сука. Адина в начале игры сказала, что он всех убьет. Нет, такого не было. А, она этот, Додо. Не приходите к ней в цирк, главное. Сука! Встречаемся у тигра, ребят, встречаемся у тигра. Не-не-не, Дин, давай. Блин, Лерон. Что за фигня? Какой Додо? Пойдемте вытащим что-нибудь из шляпы. А ты случайно не отгадываешь роли, нет? Точно? Не надо на меня пальцем тыкать чат и смеяться надо мной. Фу, какой звук неприятный. Да. Опа, так, идите сюда, пришли. Идите сюда. Ты нас хочешь закинуть туда? Нет, ну встаньте прямо сюда. О, Миш, спасибо, что доверился мне. Я это запомню. Я слежу. Такую запретку случайно не напеть бы. Я, если чё, мирный. Я тоже. Если вдруг меня Даша Ючка будет обвинять, где все вообще? То это она. Мне кажется, там уже все друг друга переубивали. Вот так, да, нормально? Или еще нужно? Тигр сожрал! Блин, обидно, что меня кикнуло из катки. Так. Ради. Мне кажется, а где ты смотрится? В этой игре не такой большой. А вот тут зеркало. А теперь у кого-то у другого. Ага. Опа. Сюда! Пароль 7 звездочек. Джонни! Нет, Дина, не убивай меня! Джонни, у меня сегодня такое взрывное настроение. А у тебя какое? Да, почему? Да как у меня ты? Тоже взрывное. Привет, я Канада. Прям я проснулась? Канада. Реально? Реально? Да. Так, ладно, у вас тут своя туса. Он не понял? Ты понял? Да, нет. Валяется цирковая палатка справа снизу. Ну, это не мы с Джонни. Она была канадским гусем. Она была канадским гусем. Она была канадским гусем. Блядь! Сань, ну! Я опять пеликан! Пока есть время, пока есть время, сдай тиммейтов. Пеликан сказал, значит, не импостер. Значит, не импостер. Да, да, да. Ну ничего, ребят, если что, я магу убил. Ну, водка мне говорил, что он маф, если что. Подожди, а кто реально магу убил?
У меня есть некоторые, как бы, сведения. Саш, ну ты крыска или что? Ты его с карма убила, надеюсь? Я не крыса, я пеликан, ты перепутал. Ура. Как же она снова и снова попадается на этом. Так, отлично. Давайте сейчас пообщаемся с Джонни. Джонни, Джонни. О, знаете что? Пам-пам-пам-пам. В предыдущем раунде также убил залинчевателя. Любого. Джонни, так какое у тебя настроение? У меня настроение, не знаю, тихое помолчать. Окей. Не буду приставать тогда. Стоп, это значит, что он затыкает людей, да? Потому что я убила, но думал, что... Чего вы тут перешептываетесь? Делать задания. Дина, я тебя убью, я тебя убью. Нет! Мяу! Так, чтобы вы, чтобы сделать? Кролики! А где они вообще? Так, сейчас я бомбу кому-нибудь подкину. Первому встречному поперечному. Как они хоть выглядят, эти кролики? А вот раз. Алло, здравствуйте. Труп в центр карт. Эшкерик. Так. Центр карты это... Это где колокольчик? Я знаю, что Джонни стоит под цирком. Это там, где... Я там водку видел. Подтверждаю. Да, и водка там тоже там был, да. И... Вот. Я с Джорди сейчас виделась. Потому что он спросил, где центр карты. Это значит, что он пытался показать, что он там никого не убивал. Что? Я не понял логику просто. Логика, не логика, разъеб сейчас. Джонни. Да. Я кто кого застрелил? Это я убила... Кого? Пинчевателя. А как? Он признался, что он ничего. А, да, я что-то вообще этот забыл, да. Джонни, я даже забыла, что... Еще Лера говорит такая, Джонни. Да, это было очень круто. Я думала, ты очень тяжело с тремя. Да? Три предателя, еще я хожу, всех апчи делаю. Три еще... Я так и, кстати, подумал, что ты чихнула на меня тогда снизу. Давай меньше нейтралов сделаю на одного. А у меня не работал пробел. Я бы сразу подошла, сказала, это все апчи и побежала. А мне нужно подойти несколько раз прожать пробел. А три мафии не многовато. Ну, канадский гусь — это жестоко. Да, три мафии много как будто. А где меня, я не вижу? У меня нету... Ну, дай бог. А поставьте, может, три мафии и два нейтрала? Дин, у меня как бы главное, но я не могу менять ничего. У кого сейчас главенство поставьте? У меня главное. Так. Но я не могу ничего делать. Я вот сейчас начать игру могу, но не могу ничего менять. Там вот инфа нет вот здесь. Как это нет? Нет, у меня вот инфа роли, и вот рядом с инфо там нету ни галочки, ничего, никаких рубильников нет. Слева сверху, Джонни, вот тут. И там шестеренки. Вот, подойди сюда. Там надо нажать. Джонни. А, дальше. Именно, блядь, походить. Ну да. 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 А ты не можешь никак отдать? Пишут, что ты можешь как-то отдать главенство. Вот, я и спрашиваю. Поставь 6 мафов, вот это рофл будет. Да, да, да. 7 делаешь, и сразу айц, начало игры. Может быть, 3 мафа и 2 нейтрала? А у нас разве не так? У нас и так 3 мафа и 2 нейтрала. 3 мафа и 3 нейтрала. Было 3-3. Почему Джонни молчит? Да потому что я в меню... И этот, а что делать? 2 нейтрала или 2 чё? Я не могу сказать. Год 3 мафа, 2 нейтрала. Да нас 12 человек, 3 мафа нормально. Нас мафов вообще не выгоняют.
Просто надо мафов выгонять. Не, может, если будет много, то два мафа, два нейтрала потом поставим. Все, три нейтрала и два этих придурка. Да наоборот. Блять! Открой розыгрыш сапки по смеющемуся скилзу. Дина. Второго, Валюш. Ля-ля-ля, я рисую Монолизу, не отвлекайте, пожалуйста. Ты опять пойдешь к этому тигру? Да, го к тигру. Готово. Пойдем. Ты меня скормить хочешь ему теперь? Это да, блин, была бы такая возможность. Может быть, короче, если ты маф, то скорми меня, я просто хочу анимацию посмотреть. Я не маф, я хорошая. Надо прям вот сюда. Помнишь, вот в ножницы мои? У нас Дина с Валюшей бегут от трупа. У меня вопрос. А, Валюша умерла? Трупа. Дин? Чё за дерьмо? Чё? Куда? Стоп. Валюша только Дин, что была давай, жива. Дин, давай, пока получается. Это короче. Подожди, Валюша была жива, цирковая... когда ты репортила. Чё? Конечно. Цирковая палатка слева снизу. Дина с Валюшей пробегают. И Валюша говорит, я типа мирная. Я убегаю вниз, вижу, там труп валяется. Я репорчу, а Валюша уже мертвая. Не, мы когда бежали, не было трупа. Это... Когда ты репортила, Валюша была жива. Стоп, а ты... Это сильная аргументация. А, подожди, так, Сань, значит, ты убила Валюшу? Кстати, я с Юзи респавнился. Дин, и вы убежали вверх, я побежала вниз, да, а там труп валяется под вами. Это значит, Саня... Так Юзи зарепорчен. Да, зарепорчен Юзи, я вижу. Кому-то так она же Юзи зарепортила. Дин, куда ты валю, я сказала это себе. Я не могла закинуть яйца. Это Дина, трогала, получается. Нормально, а какая закинута. Дина? Что ты придумала? Don't worry, be happy. Дим! Ой, Дим, Дина, это ты вообще обалдела? Саню, Симонес. Диман, это ты. Просто карта, послушайте, пожалуйста. Дина я с Валей себя, бежали от трупа. Я репорчу, Валя мертвая. Да, да, да. Расскажешь в тюряге. Я просто одна вещь смущаю, то, что куда Симонес вы? Почему-то куда вы подоставили? Вы любому слову поверили Саниному. Вы что творите? Дина! Черти, не надо вот эти не люди, не люди. Блин. Получила. Ну зато анимацию а посмотрела. А я не желатель была, я хотела... Я хотела тебя убить и кинуть, но не успела. А, да? Поплатилась, значит, за свое намерение. Ну, я тебе говорила-то, что вот у меня опять та же роль. Mm. А ты видела ах, труп? Какая. Она сказала, что мы от трупа бежали. А я тоже не увидела. Она опять пеликан! Она опять съела Канаду! О боже, она опять съела Канаду. Почему не заканчивается? И тогда, когда она меня съела, сразу, типа, высветилась менюшка. А, ну, может, по таймингу просто? Ну почему? Ну почему так? Я послушала. Так? Не бил. Мубот помер. Ага, поняла. Мубот помер. Не запустить розыгрыш. Опа, стоп, а у нас Лори сдохла. Все, я уверен, это Саша. Она мне угрожала. Чего не а разве не в прошлом раунде Лори скорее, скорее всего, пеликан съел. Нет, ну, нет, нет. Что она... не было... А, кстати, Лори короче, жила я в толпе, слышишь? Саботажи сейчас сделают. Ну, да, рядом со мной перед этой кнопкой Веронез был. А кто, кто-то помнит, кто дефал Дзину на прошлом голосовании? Кто там на кого-то никто другого меня не говорил дефал. Или что-то такое было? Я говорил, что никто Юзи не видел вначале. Кто-то кричал, что это Юлечка. Ты в Дискорде слышал. Да, да. Кто-то кричал, что это Юлечка. Это, возможно, вот было Лори. Но просто, а почему не, она не аргументировала вроде? Либо потому что я про Дину вот эту всю ситуацию говорила. Не Юлечка, знаю, ты ничего не заметил в этом раунде? Что заметишь, Саша? Я ничего не... Я ебло тупое. Я не ты, не ты. Допустим. Сейчас я сделаю саботажи, да, чат? Мы по факту, но бля, я все равно обидно. Я не знаю, почему она начала на меня кричать, я с ней даже не сталкивалась. Ну, только что про знаменитый Семирова никто не заметил. Кто знаменитый был? Я нужен размер. Мага. А для чего была вообще кнопка Джоня? Походу, мне угрожали. Это вообще, я ему не, вообще нашли. Ни слова не сказала. Ты что, Дода? Ты вообще? Ты что, я другой. Я такое сказала? Да. Это я, кстати. Да уж. Полный Додо. Так, все, идем делать саботажи, ребят, работаем. Работаем. Пи. Водочка, я поработаю на тебя.
Я поработаю. Ту-ту-ту-ту. Так. Специально подставилась и умерла первый. Чтобы сделать все для водки. Так, 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 так. Да блин, какой ролик взять? Блин, Веронез гений какой-то за этого. А, так Саша, пеликан на туре! Симонез, ты опять на пеликане схавала канадского или что там? Нет, Дин, там правда был труп. Но я прибежала, а под вами труп валялся. Это я убил. А. А я скормила валяющую тигру. До этого проверяла, не было трупов. Хе-хе-хе. Было, я хотела. Мне уже было, когда на килл 5 секунд, ну просто вы стояли все вместе. Прямо под тигром убиваешь, вот прям где кусок мяса. Прикольно. Прикольно. Да, рекомендую. Дин, если я буду трейдером, пойдешь со мной, я хочу проверить механику. Да, конечно. А, что за привет? Я там не говорила, что она хорошая. Я думаю, ну ладно, еще на лиге. Да, знаменитость умерла, и ты не увидела это. А при чем тут я кролик? Увидела. Но это смысл был. Я еще говорю, что случилось? Не было голосования, Джонни. Я бы задала знаменитость. Стоп, а кто? Знаменитость вот умерла. Ну. И я спросил Сашу, ты поймала кролика? Она говорит, нет. Она не поняла шифр, что... А я говорю, что я увидел, что умерла знаменитость. Она не увидела, потому что она была великаном. Все, вопрос нет. Блин, вот оставила ради вас единственную скучную роль медиум, и, конечно же, она мне выпадает. Даш, у меня роль дерьма. Убей меня просто, если ты маф. Но только да. У тигра. Я не маф, к сожалению. Да. Ладно. Пойдемте. Пойдемте покатаемся на американских горках. Пойдемте. Как? Вот сюда нажимаем и садимся. Нажимайте, садитесь. Скорее, 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 скорее. Быстрее, Джорди, на кнопку нажми справа. Давай! Не успела. Не поместился. А. Нет, походу только четверо могут. А. Пока! Пока! А чё она не едет? А я не знаю. О. А, поехал. Смешно. Сидим такие. Всё. Бля. Нормально. Укачало. Норм, норм. Ой, карта отдалилась. Нифига, телепорты пошли. Что? Сунула! Как сбросить? Она у меня была... Как сбросить? Я тебе ее дала или нет? Я не понимаю. Ух ты, у нас... Ух ты, сколько смертей. Но не суть. А, короче, такая ситуация. Джонни в прошлый раз сказал так про Знаменитость. Я подбегаю к Лоре и говорю, ты съела сыр? Она говорит, нет. И Лори потом такая, знаменитость, что ли, умерла? Да ну, тих, она тих. Плохая роль. Что? Да нет. Я тоже это слышала, подтверждаю, да. Ну, это сильная аргументация, тут Лори не... Напомните, с кем мы катались на американских горках? Я рядом с вами стояла, я не смогла сесть. Мы с тобой, Дин, и блин, я... Ну, типа, единственное, что Лори Зода может быть. Ага, значит, Валюша с нами, наверное. Друзья, да, либо Даша, года, либо всё. Юзя у нас подрывник, потому что мы нет, с Валюшей я не поняла, бомбы вначале, перекидывались. Я опять потом... Либо Даша, либо Юзя. Не, у меня бомбы не было. Не, я потом убежал. Не, я побежал к тигру, там вообще дичь какая-то творилась. Он за мной, кстати, побежал. Либо мы проиграем. Валюша взорвалась. Давайте Лори вкинем, иначе мы по-любому уже... А почему в Лори? Кстати, горки могут задавить насмерть. Да, а как проверить? Встать под них. Я пошла. Всем пока. Стоп, Джорди могла отдать перед посадкой бомбу. А почему тигр ел людей? Что происходит? Просто меня выкинули, ребят. Нет. Знаю. Да я просто... Это, блин! Она Дода. А зачем ты тогда она сказала? Дода, походу, она реально. Дода, умерла. Да, она Дода. Она слишком я просто подумала, того, что... может быть...
Лер! Всё, ГГ. Иди на... Блин, я знал. Юзю, ну как это могло ещё пойти? А я в Юзю голосовала, чтобы ты понимал, это меня Лера убила, а не тигр. А, я понял. Но это так идеально просто подходило на анимацию. Юзю, я бы троих уже убила, если что, за это время. Водка стоит, глазами хлопает, блядь, нахуй, на тигра смотрит и на Леру. И на мой ослёток просто, блядь. Он такой несвободный. Как, бля, механика потом заебись, когда тебя тоже хлопнули, да? Ну я его убила, его съел тигр, потом побежал Юзе. Я думала, он убьет сейчас магу, он не убивает, я слышу, что-то взрывается, я такая, блядь. Я стою, думаю, у меня там 3, 2, 1, и я убиваю магу, и нажимают, ну, звоночек, и что там. А у меня там этот, бомба долго перезаряжается, поэтому я стою, пытаюсь не палиться. Четыре. Все, пойдемте чихать. Идем чихать, ребята. О, заработала, да, сабочку разыгрываем, пишите лол в чат. Джонни, твой шифр? Ну так ты... Куда, она еще... Вернест странно подбегает к людям, может он опять голубь? А, ну походу... Смотрите, он, о, он сколько раз уже за голубя отыгрывал и побеждал. Угу. Так что у вас тут с тигром происходило? Стоп, кого-то сейчас съел! Он кого-то съел! Кто? Или показалось? Не-не-не, никого не кушает. Он стоит, пока смотрит, не кушает ничего. Вот смотрите, он ходит по людям. К водке он. Давайте его ебнем. Есть тут кто-то? Ничего, это же... Мне показалось, что тигр кого-то съел. Который ест? О, чьи-то кости. То я, конечно, наверное. Мне кажется, Лори, это было слишком нагло. Убивать бедную Лерону у рядом с клоуном, выйти еще спокойно смеяться из этого места, и все. О, вот так вот произошло. Чего? Все, согласна. Уносим чего? Борь. Не, что? В смысле? Я тебя оставила одного там? Сколько времени прошло? Да, что? Да, да, да. Ты какой... Он кого-то... Он на канадского гуся. Он, видимо, на канадского гуся наткнулся. Он отвечает 100%. Порог. Нет, я можете меня выгнать, но после меня в флэк. Я даже в себя поставлю. Я в себя поставлю, но флэка выводите. Я вдогонку еще ей сказал, тебе вообще нормально так? Ничего ты не говорил, ты молчал. Давай, водка, не пизди на. Хорош, Майк. Ты, блядь, нахуй, спаситель ебаный, блядь, стоит, смотрит, глазами хлопает, как других хавают. Кто меня поставил? Возможно, Вернест катает голубя, он ко всем подходит. Меня? Кстати, да, Вернест подозрительный, подозрение на голубя, чхоточный. В меня три импостера! Я просто общаться. А кем всё, ты была, Лори? Всё, уходишь, Лори, всё. Она даже не сказала, кем она была. Как будто и правда импостер. Ой. Ставьте смеющегося скилза, чтобы выиграть сабочку, чат. Признавайся, ты голубь? Ты голубь. Ты знаешь, что я тебе не могу врать. Так. Ну скажи по-честному. Мага, мне кажется, он голубь. Он убежал. Все, Вернест голубь. А если он притворяется... За мной бежит мага. Если меня убьют, это мага. За мной бежит мага, и все это слышат. Ага. Короче, я слышу. Джонни, Не надо за мной, пожалуйста. Я не хочу рядом с ни с кем. Короче, ребята, Вернест, возможно, сам специально прикидывается голубем, чтобы мы его кикнули, и он победил за Додо. Что думаете? Может быть. Можно с ним что-то сделать. А если он реально голубь? Ну, кстати, сделай с ним что-нибудь. А у нас нету шерифа? Как моя билка подрывника работает? Что? Маньяк? Что? Я говорю, как обилка подрывника работает? Надо дать его. Даешь бомбу, и через какое-то время... Она действует. А куда делся Вернест? Дела? Ничего, просто я с накомлением. Джонни, как-то странно. Ты что, Эспер? Джонни? Нет. Джонни? Пошли ты вдоль ночных дорог, шла босиком, не жили... В общем, Веронесту я убила, но сама не умерла. Он был Додо. Вот, и рядом там еще был труп чей-то.
послание Дины было, что мага за мной бежит, все это слышат прекрасно, а Дины нет. Нет, это Джоник, скорее всего, убил Дины. Это был еще труп. Я потому что бежала за Диной, и, короче, скорее всего, Джоник убил. Возле казино, в общем, там вот. Подожди, а ты как меня видела? Если я тебя не видел. А я ушла за Диной, она говорит, Джонни, Джонни, иди сюда. Джонни, чё молчишь, ты странный. Погодите, так у нас два убийц получается, если столько. Если сейчас выгонят того, да, кого ты не можешь... Я была с Магой и Диной, и... А я была шепчухала? А почему не в меня? Ты же говоришь, что Дина со мной бегала. Надо меня ну, так ты, так Дина мертвая, ты и Даша меня вкидывает, все. Ну, а что ты не тогда все меня просто... оставишь, а в Ючку, а не в меня? Это как-то нелогично. А что-то по делу можно? Нет, она сейчас... У нее более весомая. Ну, буквально 3 секунды назад я слышала... Как Мага стрелки переводит. И Мага ладно, не переводит стрелки, ты говоришь инфе, которая уже 3 минуты, и говоришь так, как будто я трейтер. Ну, а смещенники КМ почему-то. Мы только свечка поставили, FOGJK нет. Нажмите на follow, чары. Мы еще с прошлого раунда. Нет, Джорди обчихан у меня, вы чё? Так в чате сказали, что... Ну это расстройство, если честно. Нет, что Саш, если... Что если выгоняют того, кого я не обчихала, то я побеждаю. Типа эффект голубя, он во время голосования тоже работает, поняли? У мобота все перестало работать после обновы. Я поняла. Ой. Это если бы ты живая была. Ой-ой-ой. То... Финн, ты залезаешь? Ну, да. Финн такой, я, наверное, немножко опоздаю. Поговори 17:37. Мага импостер, мага импостер, мага импостер. 17:37, Финн в чате. Нет, не хочу. Финн. Мой кролик. Это вот по-твоему так работает? Говорит, не хочу. Кайф. Угу. Надо есть, надо. Не хочу. Анечка, косточка. Вообще, видимо, не проснулась. Финн немножко опоздал, пишет, не хочу. Кролик. Что это саботаж? Кролик просто выжает. Кролик выжает. Это ужас. Бля, согласитесь, это саботаж какой-то поломанный. Это слишком пиздец какой-то, это не догнать. Может, другую карту сыграем? Давайте, да, давайте. Можно. Давайте карты ищите. Может, самую обычную поставим? Спасибо за игру. Давай, Мага. Давай, Мага, что? Давай, давай, удачи, Мага. Пока. А кто главарь? Джонни, поставь? Не, не расстроился, я просто устал очень сильно. Конечно, водка оскорблял Магу, я бы тоже вышла. Джонни, ты можешь отдать хост Дине, нажми просто шестеренку справа сверху, игроки, и там вот передать корону можно будет, где громкость настраивать людей, видимо. О, спасибо. Жалко, я чувствовал себя в цирке как дома. Так, а где здесь карту? Саш, ты обиделась? Не, я говорю, что ты Магу оскорбил, вот он и вышел. А как я реально импостера схавал вначале, я думал, еще остались. А какая еще усадьба? Все, дефолтную усадьбу. Привет, Диксон. Ребята, это самая дефолтная карта. Всем привет. Всем привет. Привет. Так. Представляете, я ем круассан. Ко мне пришла кошка, теперь облизывают круассан. Ой. Блин, ей прям очень нравится. Клубникой. Я, кстати, читал, что кошки не чувствуют. Понимаю, а кто еще вышел? Ну вот она облизывает именно само тесто. А ты будешь этот круассан кушать? Нет. Мне кажется, ей нравится, что по языку вот эта вот шершавость идет. Мне тоже так нравится. Еще вышло, помимо но она не всю нет. Такую штуку облизывает. Так, нас у меня кот пакеты постоянно облизывает. Еще кто-то не вошел. А у меня коты жрут пакеты. Нет, а должно быть 11. Потом блюют. Ужас. А у нас кто-то вышел, не кто-то один. Потерялся. Дин, кто-то алло, а меня не слышно? Кто-то Саня, потерялся Саня при переходе. Саша перезаход. Окей. Так, а ей нужен кот тогда. Скиньте, пожалуйста, код, у меня Discord сейчас закрыт. Так он, есть же код, есть. Он же обновился. Тот же самый остался. Разве? Да, код новый.
А, реально. А проповедник мне не нравится. А скиньте, пожалуйста, Саше код. Хотя ладно, я пойду и скину в телефон. Вот так вот. Но кто пукает? Веронез, нюхай. А на какую кнопку пукать? F. F, реально. Лови ответ. О, вы такие нет, вонючки, смотри. Типа вот лол. Так вот, да? Ты и так насыпал. Чихал всех. Вот, вот. На голове. Погнали, на классической карте. Да, да, да. Давайте пукающий в левый угол, не пукающий. Типа лол. Лол, да. Лол. Так, ставьте лол смайлик со скилзом. Кто хочет выиграть сапку, сейчас вытащим. Саш! Че? Я линчеватель. Хорошо, хорошо. Угу. А я тоже, я кто? Друг лучшей водки, я так скажу. В смысле, я тебе сказала свою роль, а ты мне какой-то непонятный намек? Я тебе ребус. Да, мало ли ты ассасин. Кстати, я тут вспомнила. Валюш. Валюш, Валюш. Валюш, помнишь, ты мне в долг давала? Валюша пропала. Не было Валюша, такого. Так вот, я пришла я вернуть должок. Я линчевать. Ну капец. Я заспавнилась, искала водку всю игру. И я бегаю, оббегаю по карте, мы бежим с Веронестом, и там труп валяется. Труп валяется в западном крыле на ковре. А я прибегаю, и, короче, два человека стоят над трупом. Вот и только когда я на горизонте появляюсь. Я была на кухне с Лок-Джекеем, и тут еще Джорди вроде. И кто из вас тогда? Да, никто. Вместе прибежали, я опешила. Но Ласт пришла, пришел Лок-Джекей. Я рядом с Диной Блин стою. Ларин, а Валюш кто это? Симоне... От кого? Нет, там сверху была Лерон, я видел. Да, вот я понял. Нет, никого не было, никого не было, никого в этом коридоре не было. А сверху, где да, Валюша, была Лерон, я не знаю. Мы просто а прибежали, прибежали, там никого не было. Значит, то знаете, что прикол? Прибежал, как бы двери закрылись и репорт. А где трупы-то? Странно. Я тоже слышала, что двери закрылись. Может, Симона сапер трубы, левее фойе, западное крыло. По центру западного крыла. А нет, потому что, Симона, ты же мне намекал на свою роль. Эспер, а как карту нажать? Дин, вот я его искала, это был мой лучший друг, я труп нашла. Ты его убил, есть какая-то роль, чтобы, типа, второго чувака найти? А кто меня докинул? Я просто не скажу. Я. Так, ладно, я тащу. Спасибо. Меня видели, блядь, перед вами стою, меня докинул. Лерон подыграла. И Сас выигрывает бунтарка. Поздравляю. Ну да. Красиво я с долгом обыграла. Red Rum. Красный ром. Гуси всегда возвращают свои долги. О, телохранитель, ну нифига себе. Давай, выбивай. Давай. Ты вообще... Джонни? 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 Там Джонни убил, но я не могу пройти туда. Алло? Там Джонни убил внизу, но я туда не могу пройти. Идем, обойдем. Я видела, как кровь брызнула. Блин! Давай понаблюдаем с той стороны люстры. О, там уже прибрались. Живо? Короче, там Джонни внизу под люстрой убил кого-то и, видимо, как-то почистил. А, съел ой, труп. А это? А как пройти теперь? А, обходить приходится. Прям... Двери были закрыты. Опс. Я нажму на колокол. Я не стала. И
Итак, Джонатан, вы приговариваетесь к лишению головы, ибо вы под люстрой убили человека, а потом съели его. Ген, еще что на него люстра упала? Ты чё? А я говорила, что он странный, Джонни. Он нет, тогда еще ты его съел. Там съел. Крови нет под люстрой. Подожди, я импостер, получается? Ну, нет, да. Там есть труп. Там умерла Саша. На него упала люстра. Подожди, Дин, ты меня сейчас кикаешь? Так, подожди. А почему ты не ребята? Если на нее упала люстра? Подожди, да, там же нет крови под люстрой. Там же нет крови под люстрой. Я когда с ним подошла, вообще я не видела ничего. Меня, да? Ну ладно, хей, давай тогда я в себя. Может, он Додо? Пропуск, ребят. А трупы прям вот в люстре или где? Когда люстру убивает, там такая кровавая лужа. Сейчас же не было кровавой лужи. Ну да, не было. Но, блин, но Джонни так убедительно говорит. Джонни, пока! Подожди, я да, подумала, блин, может, это какой-то пролаг. Это Джонни. Он так убедительно начал говорить. Это Джонни. А, да? Да, но я в него не голосовала. Ну, у нас два голоса, как раз от импостеров, может быть. Хотя Джонни сказал, что сам себя поставил. А кто сказал, он играет, братцы? Я, если что, я голосую в Джонни. Здорово, Таймауч. Подождите, так я иду к люстре. Подождите, чат, вот скажите мне, я ж не слепая, там не было крови. Блять, мне исследовать теперь. Я ж не слепая, тут не было крови под люстрой. Не было ж крови под люстрой. Почему я ему, знаете, почему доверилась? Потому что у меня сейчас блин, лагает. Блин, Дина. Джонни, это ж ты все-таки. Там же да. Не было крови. Да. И разворачивается вот так, ляпс. Ты мой лучший друг, вот. Ах ты. Я тебя должна была охранять. Уже победил. Джонни, просто я говорила, я тебя ненавижу. А я говорила, ребята. Я подумала, я, у нас я уже мимик. Начала на себя наговаривать, что я мало мне думала, лаги мимик, какие-то, я или что-то, потому что меня интернет я лагает. Я хотела тебя убить. Бля, 10 человек и 3 мафа. Ой, какой же он. А почему у нас 3 мафа? А, это я не переставила, извините. Да. Джонни, ты вообще... Я чудище. Тварь, да, но сука, как я, просто Джонни, я еще орать начал. Мразь. А я водку бил, я не съел, и поставил. Он стоит, делает мав задание, я говорю, ты Дода? Ну ладно, я пошла. Он такой, пойдем покажу, и меня просто люстрой давит и съедает. Не, она не раздавила тебя, думаю, какого хуя, и съел потом. Так подожди, в итоге ее не убило люстры, правильно? Нет, я... Ты убил, да, значит, я все правильно видел. Ты убил такой, ее и съел. И убиваем, да. Дин, а у меня ты пришла и увидела, что произошло, и не стала его убивать. Так я ты, свой что, килл на Валюшу потратила. Я Валюше должок отдавала. Да. Я ее да, скрыла. Да. Да, 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 спасибо. Так, я соучастник. А как, кстати, лоббист работает? Я что-то по описанию. Нужно 3 голоса за все раунды получить. Ну, грубо говоря, ты сам себя 3 раунда подряд ставишь, и у тебя появляется возможность убить одного человека. Прикольно. Поэтому я тогда просила Юечку со мной поставить в мир. Прикольно, прикольно, прикольно. Астрал. Ну, астрала сейчас улучшили. Алло, нолинфы. Так, астрал улучшили, поэтому знаете, как я сделаю? Смотрите. Сейчас у меня имба-тактика есть. Для обновленного астрала. Я встану туда, где я буду в полной безопасности. Привет, фейхошка. Вот сюда я заберусь и полечу исследовать. Подслушивать. Все, поехали. Короче, рассказываю. Мы стоим с вот, просто разговариваем в коридоре. Мимо нас прибегает Даша Юечка и наверх по коридору. Мы потом с водкой идем налево, и там труп валяется, Лерон. Подтверждаю полностью. Я бежала там, да. Я сейчас нахожусь на террасе, я пересекалась еще с Веронестом и с кем-то еще встретилась, но я не видела, кстати, Лерон там. Я просто бегаю, разбираюсь со своей... Да. С Лори я еще... Ну, в общем... пробегал и слева не выбегал. Да. Мы могли сверху спуститься кто-то. Ген, 2 импостера у нас? Да, но до нас не дошел. Да, 2 импостера.
Два импостера это я, и два получается, нейтрала. Я, получается, мы задание импостерской сейчас сделали с люстрой, хотели повторить. Ага, тогда в тебя голос. А я слышала, кстати, вас, вы говорили, да. Мы хотели увидеть. Джонни, реально импостер? Я реально сейчас. Ребят, предупреждаю, что в этих катках вы меня не увидите. Я даже ни с кем не разговаривала. Подождите, а почему у меня сейчас больше голосов? Мне всего лишь три голоса надо поймать, а не больше. Ну, вы можете взять меня на заметку, но я, правда, я не видела никого. Видела только Веронеста. Вот. Спуститься вниз, убить и подняться наверх. Ну, потому что для нас он справа не проходил. Мы я лучше тоже не убивать, далеко. Я полезную. Астралу улучшили в том, что он может бесконечное время лишать. Не, я даже не голосовал. Ребят, меня не ищите, меня вы не будете видеть. Ладно, один. Так, поехали. Действуем по моему плану. Так. Ты маф? Нет, оставь меня, пожалуйста, одну, хорошо? Хорошо, хорошо. Угу. Она исчезла? Вы тоже это видели? Но... Она невидимка или у меня лагануло? Сучка. Вот сучка рыгучка. Я знаю, где Дина прячется. Могу. Все знают, где я. Джорди убила, я ее убила, короче. Она убила, сейчас скажу кого. Флека, по-моему, или нет? Стоп, что случилось вообще? Кто-то, короче, убил. Дина. А я, короче, кого-то убили. Вы меня не найдете. Убила Джорди. Я убила Джорди. Все, конец. Джорди была канадским гусем, если что. Опа. Вот. Она мне сразу сказала. А так. Ну, Даша призналась, что она убила. Ну да. Даш, какая у тебя роль? У меня? Да. Мститель. Что? Она по первому раунду была подозрительной. Не, реально мститель? Реально. Ну просто если Джорди убила, а Джорди Канада. Ну это Лори говорит. А кому-то еще Джорди говорила, что если Джорди убила Джорди... Я Додо, вы можете мне не верить. Пока. Ну я сразу зарепортила, не знаю, что... Саша, акция продолжается. На стрим-постер? Давай. Сокол же не может голосовать в человека. Давай, Юзя, ты должен. Юзя, ты сейчас должен убить импостера. Давай, Юзь. Убираюсь. Юзь, ты шериф. От тебя зависит судьба этого города. Я работаю... Юзь. Порщиком. Надо работать шерифом. Пособники. Так, что это тут? Тоже убирать? Пожалуйста. Пожалуйста, убей ее. Стоп. Молю. Приятного прохода не открылся. Я мирный. Я мирный. Я просто уборщик поместья. Я просто уборщик. Пожалуйста, не трогайте меня. Кажется, его тронули. Аж. Ну она бежала в туннель, все пропало. Нажми кнопку, просто сбросим это, там кто-то пукает. Опять он победил. Я угадала двоих героев. Так тихо едет, он постоянно то пукает. Я только тебе сказала, что Канада-то. Да. Валюша, как ты нашла меня в моем месте секретном? У меня подсвечивалось Лори, и я думала, что ты фейк, типа, и... Блять. А я думала, я сейчас забыла, что я трейтер, я начала орать, а Валюша убила, потом я такая, ой, и убила Джорджа. Я думала, мы сейчас тихо убьем, уйдем. Бля, а я думала, ты убила, я его сейчас репортил, не сбиваю, думаю, у тебя уже КД, а ты мне убил. А Валюша поняла, что я ее хочу на импостера развести, когда сказал, тут задание типа делается, она такая, да нет, я не могу там ничего. Хотя...
смотрела, я не понимала, ты меня разводил, не разводил. То есть мирные, они не могут жить бросить, да? Да, да, да. А, нифига себе с умом. Что, голос детскую? Ты переиграла. Погнали. Нифига я делала поменьше заданий. О, Эспер, погу. А я могу за Эспера залезть в шкаф? Так, опять убирать. Блин, я слежу за тобой в прошлой катке, ты на шерифе, я думаю, давай, Юзя, сейчас все зависит от тебя, грохни Юечку. А ты ходишь, убираешь листья, ковер чистишь. Я все ждал, когда ко мне... О, труп! Кил. Ой. Дина, что скажешь? А кто это? Ну мы... Погоди, не нажимайте, стоп. Не, это не Дина. Не нажимаем. Мы с Юзи снизу шли. Мы убирались, мы точно не трогали, ребят. Мы ни при чем. Мы думаем. Здесь нет голубей, здесь нет. Че, это пять еще? Он съел! У нас, походу, Эспер, не знаю, два трупа валяются в коридоре, и второй труп упал Юечке. Возможно, кто-то отходил, стоял в углу и убивал. Погоди! Юечка просто... Юзя же живой был! Упала. Ой, Юзя, так Юзя просто упал. Он при нас, Юзя, при нас упал. Кто с нами тусовался, а потом куда-то отошел? Мы с водкой отошли. Мы отошли. Я так в стороне стояла. И вы разговаривали все это время? Да, я бегала одна, но я хорошая. Водка начал говорить, типа, что нас запрыгают. Пойду на кнопку, но... И убежал. Да, да, я пошел... Потом он пошел снизу, он сказал, давайте нажмем кнопку. Я говорю, пойдем. Мы хотели пойти вместе, и потом там... Все. Ну то, что он сказал, что... А кто со мной стоял и сказал, опа? Стоп, а труп-то... Я была с тобой, еще кто-то. Юзю же съели, это Веронес съел Юзю? Или кто? Кто съел? Подожди, труп... Скорее всего, да, один труп валяется или два трупа валяются? Лори, это я была, опа-па-па. В последний момент съели. Я с вами глазами... Не Веронест. А мне показалось, что... Не, подожди, там голубой был. Кто-то голубой был. Мирная. По-моему, это водка. По-моему, водка съел труп. Водка? Я отбежал. Нет, точно не он. Нет, он был дальше. Мне нужен водка. Давай где-то пересечемся под люстрой. Я подумала, что Веронес голубой, но Веронес желтый. Кто-то голубой был, ну в смысле синий. Я иду на люстру. Идем. Пошли. Блин, кто съел труп? Стопудово его съели. Нельзя стервятнику дать победить. Просто, по-моему, Веронес до этого был голубым. Ну, Павел, нужно задание сделать. Сейчас сделай быстро. Ты пердун, да? Ты же этот... Нет. Это новая горячая картошка. Я готов умереть. Я думаю, у нас пеликан есть. Нет, это пеликана нет. Там я, сокол. Короче, это шериф. Сокол и есть стервятник. Блять, ну кто ж водку-то? Водка. Ну, он сам сказал. А что делать? Три. А как про. Ее не убрать теперь все? Нахуй. Это не я убила, это она сама. Это Лори? Кто из вас? Вот сейчас, может, кто-то стоял и молчал, нет? Лори? Лори стоит, смотрите. Лори стоит. Ну я стою, мне зарепортить? Хотите, я зарепорчу? Зарепортить? Стоп, зарепортить? А кого с нами нет сейчас? Давайте. 1, 3, 4, 5. Вот, да, посмотрите, куда посчитайте. Куда вверх? Ой, одни женщины остались, репортить. Кстати. Все, забыли. Вот надо пересчитаться, кто... так нас вообще мало осталось. Ну рядом нету мужчины Флэка, получается. Меня не было рядом. Это а Флэк трогал скинул, Верон? Это ты скинул? Не трогал. Почему я должен трогать? Ладно, задам другой вопрос. Вначале кто ловил кролика? Быстро скажите. Чё вначале? Какого кролика? Да, был. Всё. И у нас Лори не сказала. Она... Да ты дурак! Нет! Я мирная! Это Флэк GK! Возможно, я только что сказал инфу! Я инфу только что сказал, блядь! Мы в первом раунде с Валюшей обменялись опа-опа, когда была знаменитость. Хорошо. Я с вами стоял третий. Моя роль... Все знают мою роль, кто был сейчас у люстры. Все должны знать мою роль. Леша, а зачем ты меня проголосовал, когда я сам первый про знаменитость сказал? А может, подсосался кому-то, может, кто-то... Каким образом? Мне кажется, у нас среди нас есть Эспер, рядом со мной просто умер человек, хотя это может быть невидимка, я не знаю. Кстати, а реально, ты либо нет, на Эспер, либо невидимка. Размер, я в пропуск пока. Какой размер? Пропуск. Джонни.
Ну, типа, чтобы 2-2 было, либо в пропуск. Я в пропуск. Кто подозрительный? Тимонесса? Кто молчал? Мне кажется, мне кажется, мы все стояли, а Жорди молчала, когда у нас умер да человек. Да я с вами, я знаю, что... Так, стояла. Что-то такая Румия так понравилась в толпе убивать за Эспера. Ты хочешь мне еще раз отомстить, только честно? Я? Мы в голос с тобой оба. Ну, вы, походу, оба тут это, да? Я изначально сказал, сказал. Заодно? Дин. А? Ну, Дин! Ушло. Дина! Что, она меня убить хочет или что? Я пошла на люк. Я сейчас пойду рыбачить с горя. Я роль! Я стояла под люстрой, я не видела, я не видела, я не видела. Это роль? Лори, тогда иди сюда, Лори, сюда. Давайте, да. Опять, боже нет, мой. Ты что творите? Мы сейчас проиграем. Опять? О, нет. О, боже. И кто сдох? Фуджикей. Что? Это сказать, зачем вы... Пойдёмте на верхнюю люстру. Я буду руиной, если я сделаю так, блядь. Я убила Валюшу, она убила кого-то сейчас. О, боже. У нас пожар. Я мстить. А, стоп, мы можем зарепортить. Так зарепортите. Репортить? Давай. Вы чё? Так, друзья, Валюша убила Джонни, а Джорди убила Валюшу. Такие дела. Я мститель, потому что у меня активировалась наконец-то кнопка. Третий раз я не знала, что она временная. Ну, получается, Дина уходит, нет? Дина Эспер, типа. А хотя... подожди, а каким образом? Ну, я просто знаю свою. Ты убила силой мысли. А при нас произошло убийство. И у нас же мститель убивает не конкретно человека, который убил, а типа, когда он видел. А, то есть я убила смерть. Джонни силой мысли, да? Ну ты молчала. С учетом того, как? Что Валюша сказала, я убиваю Джонни и убила Джонни. А подожди, Джорди, а ты что скажешь? Ты же видела, что Валюша его убила и на него тэпнулась? Я мститель. Так, ну они говорят, что я убила Джонни. Да, я убила ее, поэтому... Так, они говорят, что я убила Джонни. А ты не скажешь, что очень Валюша убила Джонни прямо при тебе? Валюша ну? убила. Тогда какие вопросы? Так, просто про Лори если мы знаем... Джорди мститель, Лори, я в курсе, кто я, для меня это Дина. Ну для меня остается Джонни тогда только Симонес? Или нет? Или... Нет, это не я один. Нет. Все в меня поставили. Ну а что тут сделаешь? А если это Джорди? Или не Джорди? Сюда. Сука, у меня такая хуйная позиция была, что я знал, что Юечка была знаменитостью. Сука. И вот Валюша висела меня. Да, я даже поверила в эти Валюш, хороша. Валюш, хороша. Бля. Валюша. Дин, я просто хорошо. Канадой была, я это всем говорила, и поэтому, ну. Угу. Ну такая ситуация не так. Неловкая была, когда. Это была красиво. Что какая ситуация? Да. Все были очень сильные. Да, да. Ну что, спасибо всем за игры. Спасибо огромное. Давайте, хорошего вечера всем. Хорошего вечера. Бы-бы. Пока-пока. Пока. Пишите в комментариях, как вам новая карта. Вот такие вот получились у нас сегодня гуси. Где-то везло, где-то не очень. Но главное, что весело. Ставьте лайк, конечно же. Пишите развернутые комментарии. Подписывайтесь на канал. И приходите на Twitch Дина Блин и в телегу Дина Блин. Пока-пока. Кто досмотрел до этого момента, напишите «жопа» и «леденец» в комментарии.